целях обеспечения торжественных мероприятий в Академии было создано несколько групп. Одной из таких групп является оркестр, взвод почетного караула, ну и, безусловно, взвод барабанщиц, который является сегодня одной из визитных карточек Академии Федеральной службы. Но мы надеемся, что и Рязани, и Рязанской области. Обыкновенные курсанты передают эстафету друг другу вот уже на протяжении 7 лет. Красочные костюмы, кстати, в этом году обновленные благодаря администрации города, улыбающиеся лица и, конечно же, атмосфера праздника, которая чувствуется даже на репетиции. По словам участниц ансамбля, тренироваться нужно долго и упорно, а военная подготовка и привычная дисциплинированность сильно в этом помогают. Девчонки – яркое явление в нашем городе. Если до сих пор не видели их выступления вживую, совсем скоро можно будет это исправить. Самое главное, как оно было всегда у нас главное в нашей академии, это День Победы. Мы готовимся, уже начали готовиться. Хотим показать что-нибудь новое, интересное.